серию игр. Прохождение мы начнем, разумеется, с первой части, которая была выпущена уже в далеком 1997 году. Для тех, кто начал свое знакомство с серией игр, выпущенных намного позднее, да, к примеру, там, с третьей части, которая уже была выпущена компанией Bethesda, а не Black Isle Studio, либо четвертой части, рекомендую все-таки поиграть, начать свою игру заново с Fallout 1997 года, поскольку в ней есть свой шарм, да, то есть интересно посмотреть, с чего же все-таки начиналась серия игр, почему она стала столь популярной. Ну, события первой части, они происходят на территории Южной Калифорнии в 2161 году. Мы получаем задание отыскать в пустошах водный чип, поскольку вода в убежище начинает заканчиваться, оборудование по водоочистке начинает выходить из строя. В процессе выполнения, значит, нашего с вами квеста мы будем обнаруживать на поверхностях куда большую опасность. То есть так мы никогда не выходили. Значит, мы оставляем свое убежище без запаса воды и уходим в пустошь. Там нас ждет зловещий император, который всячески будет нам мешать отыскать водный чип. Простая курьерская миссия у нас превратится в битву за будущее всего человечества прям. Итак, изначально игру, в общем, планировалось разрабатывать в правилах GURPS. Сейчас я об этом расскажу. Но после, значит, размолвок с создателями этой системы, Стивом Джексоном, Black Isle Studio пришлось придумывать свою собственную систему. Я считаю, что это правильно. Она получила признание и использовалась во всех сериях последующих Fallout. Вот что же такое GURPS? GURPS — это Generic Universal Role-Playing System. То есть это универсальная система ролевых игр, которая разрабатывана была компанией Steve Jackson Games еще в далеком 1986 году. Эта система была разработана с целью создать некие вот правила, которые применимы в любом игровом мире. GURPS получила премию Origins как лучшая система правил ролевой игры в 1988 году, а в 2000 году вышла в зал славы Origins. Ну, как бы система нашла свое применение. Хорошо, что она не ушла, поскольку я уверен, что эта система довольно-таки качественная. Что касается системы Special. От английского Special расшифровывается как Strength, Precision, Endurance, Charisma, Intelligence, Agility и Luck. Она была разработана в 1996 году специально для компьютерной игры Fallout. Система Special, она использовалась во всех последующих играх серии Fallout. Кроме того, она была использована в фэнтезийной ролевой игре Lionheart Legacy of Crusade. Кстати, тоже классная игра. Она такая косоугольная, можно сказать, и в духе Диабло, слэшера. Special предполагалось использовать в двух отмененных проектах Interplay. Это Torn от Black Isle Studio и Deadlands от Reflexive Entertainment. Сильно модифицированная версия Special была использована в Fallout Warfare. Это настольная игра, доступная, она была как бонус для Fallout Tactics, то есть особая версия. Настольно-ролевая игра Fallout PNP использует упрощенную версию системы Special. Ее несколько извинили и назвали Simple. Вот, ну это вкратце. Больше не буду вас грузить информацией. Давайте приступим, наконец-то, проходить серию игр Fallout. Вперед!